Юридически защищенный бизнес – это ваше спокойствие и стабильность. Сегодня беседуем с бизнес-юристом о легализации деятельности и проблемах предпринимателей. О том, куда обращаться по вопросам законов о рекламе, формах собственности и налогов, по всем юридическим вопросам и о том, кто такой бизнес-юрист, мы узнали у Ирины Рамазановой. Бизнес-юрист – это специалист юридического профиля, который обеспечивает безопасность, легальность бизнеса, бизнес-процессов компании, либо предпринимателя, либо эксперта, либо группы компаний. Сюда входит обеспечение правовой безопасности, то есть соблюдение интересов клиента в различных правовых документах, как договоры, как там ведение переговоров и оформление переговоров, понятно, судебные процессы, защита интересов в судебных процессах, в государственных органах, то есть вот вся юридическая деятельность, упаковка бизнеса, действующего бизнеса. К нам обращаются предприниматели, бизнесмены разных совершенно профилей. Это и строительные компании, это и магазины, это и судоходные компании. Вообще это две категории клиентов у нас. Это крупный средний бизнес. И вторая категория – это предприниматели, эксперты, самозанятые. Определение организационно-правовой формы, то есть регистрация, либо если это просто эксперты, предприниматели – это либо оформление как самозанятых, либо оформление ИП, либо оформление юридического лица, обычно это в форме ООО. Либо это какие-то там некоммерческие организации. Вот это вот первый этап выхода легализации. Дальше уже определение налогообложения, составление определенных документов. Свою работу с клиентами мы начинаем с диагностической встречи, она бесплатная. И там мы уже определяем, что выявляем потребность предпринимателя, что ему нужно, предлагаем линейку услуг, что мы можем ему помочь, в каком объеме, по какой цене предприниматель выбирает пакет, на который он готов заходить, и дальше мы уже работаем. В принципе, меня можно найти в любом поисковике, ввести Рамазанова Ирина, Владивосток, и выйдут все мои интернет-площадки, в том числе сайт в будущем выйдет, сейчас он у нас находится на ребрендинге. Этот сюжет – часть совместного проекта телеканала «Общественное телевидение Приморья», Центра «Мой бизнес» и Министерства экономического развития Приморского края. Индивидуальный предприниматель Рамазанова Ирина Анатольевна получила в Центре «Мой бизнес» бесплатную услугу по созданию видеоматериала. Эта государственная мера поддержки помогает приморским предпринимателям рассказать о своем бизнесе широкой аудитории.